Африка, страшне перо, не в гусака. Поїхали. Юрочка Крючков з Ірпеня надіслав такі фрази, сказані в народі. Я вам слово даю на отсечення, що употребління алкоголізму приводить в гибель человеческих жертв. Формирование не зачисляються подростки младше 16 і старше 60 лет. Сигнал тривоги прозвучит неожиданно в 4 часа утра. Форма спортивная, трусы и тапочки. У кого нет, сапоги и майка. Не надо меня оскорблять. Не надо меня оскорблять. Меня оскорбляли высококвалифицированные специалисты. А я проживаю с сестрой, девушкой 75 лет. Делим 60 на 3, получается примерно 20. Точнее, наверное. Вы что, в первый раз с Луны свалились? Если вы будете опаздывать, я буду ставить вас в неприличное для вас положение. Самолет сбросил бомбу. Вы думаете, все про него забыли и смотрят на бомбу? А вот и нет. Вот тут-то его сейчас и будут сбивать. Торпеда хранится в таком положении, чтобы ее нижняя часть была наверху. И чтобы не ошибиться, где вверх, а где низ, на нижней части имеется надпись «Вверх». Рядовой, а что это у вас? Да вот, хотел в увольнение, и кто-то на руку наступил. Тут меня спрашивают, что делать, если кончатся патроны? Стрелять дальше, чтобы ввести противника в заблуждение. В армии виноват не тот, кто виноват, а тот, кого назначат. Товарищи солдаты, в принципе, все в ваших интересах. Чем быстрее вы уберете снег здесь, тем быстрее пойдете убирать снег в другое место. На сьогодні все. Але ми чекаємо на ваші листи. Пишіть нам, наші дотепні спецкореспонденти. Люся, Люся, що случилось? Ти розумієш, він подарив мені розу. И сказал, что вернется, когда она завянет. Говорит, боже, как романтично. Роза пластмассовая. Жизненное наблюдение. От воды, воды, так? Можно только напиться. А водки еще и нажраться. Криминальная хроника. Две блондинки в секс-шопе пропали с концами. Эх, есть что вспомнить. Но детям нечего рассказать. Россия. Возле окна стоят двое полицейских и пьют кофе. И смотрят вниз, а внизу двое лупят третьего. Тот кричит, милиция, милиция, помогите, убивают, милиция. И говорит другому, ну нет у нас милиции, нету. Две подруги разговаривают по телефону. Одна другой говорит, слушай, говорит, ну мой сегодня пришел с работы бешеный какой-то, вообще разорался, раскричался, что ужин, видите ли, не готов, расправлял посуду, на меня наорал, на детей наорал. Потом сказал, что идет к шлюхам. Слушай, у тебя его нет там случайно? В Испании после 10-го подряд поверженного тореадора косоглазого быка просто тупо отправили на бойню. Бобруйские археологи откопали яйцо динозавра. Если они будут копать дальше, то, вероятно, смогут откопать и всего динозавра целиком. Ты знаешь, Алик, я недолюбливаю блондинок. Просто не успеваю, понимаешь? Милиционер останавливает пьяного прохожего. Говорит, так, сержант Сидорчук, куда идем? Направляюсь слушать лекцию на моральную тему. Только не надо рассказывать, у 3 часа ночи лекцию. Кто же вам будет читать у 3 часа ночи лекцию? Жена. Знаете ли вы, что с начала 19 века количество людей на планете увеличилось с 1 миллиарда до 6,5? Блин, понаехали тут. Два профессора разговаривают, один говорит, вчера коллега вечером перечитывал
Антон Павлович Достоевского. Говорит, Василий Николаевич, я должен вас поправить. Говорит, ой, нет. Меня бы сейчас бутылочка пива поправила бы. Бабка с деткой очень любили играть в прятки. Бабка с утра прятала самогон, а детка, если вечером его находил, так уже пряталась бабка. Электрик 5-го разряда Сидоров полез в трансформаторную будку, получил 2 разряда и стал электриком 7-го разряда. Анечка спрашивает у маленького Валерочки. Валерочка, а кто съел все конфеточки? Валерочка, домовой. Голос из печки. Не ври. Ну вот, 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 вот ведь можем же, когда не надо. Когда Моисей разбил скрижали, что дал ему Господь, все бросили собирать осколки. Но почему-то странно, вот богатым достались крупные осколки, на которых было написано «прелюбодействуй», «вот желай», «кради», а бедным все более мелкие. Не, 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 не. Пятачок решил перебежать оживленную магистраль. Вот с тех пор и появилось выражение «развернуться на пятачке». Вечер начался, как обычно, с французского поцелуя, а закончился, как обычно, по-немецки. Стартовая поза в Камасутре. Одна нога здесь, другая там. Наша девушка поехала в Рим и ненароком забеременела от жителя Рима. Теперь она смело может говорить, что отец ребенка – римский папа. И тут, знаете, вот то приглашенная мной девушка на танец, которая была в юбке, оказалась шотландцем. Если бы не станция метро, библиотека имени Ленина, москвичи давно бы уже забыли слово «библиотека». Мужик заходит в рыболовный магазин и говорит, «Девушка, а у вас приманки силиконовые?» «Мужчина, у меня все натуральное». И вот после смерти хорошие девочки попадают в рай, где и обслуживают хороших мальчиков. После первой брачной ночи жених говорит невесте, «Ты знаешь, дорогая, как хорошо, что ты вот не согласилась быть моей до свадьбы, вот не отдалась мне до свадьбы. Это очень хорошо». Она говорит, «Я же уже опытный человек, сколько мужиков меня из-за этого кинуло». У соседей был такой оральный секс, что мы не могли заснуть. Доктор, мы его теряем. Да не волнуйтесь так, у нас их целая палата. Телефонный звонок. Здравствуйте, вас беспокоит социологическая служба опроса телевидения. Скажите, пожалуйста, какой канал вы смотрите постоянно? Как какой? Мочеиспускательный. В каком смысле? Да я врач-уролог. Партнер программы «Ресторан Сервис». Наступает очень приятный момент. Как всегда, по традиции, в финале нашей программы блюдо от ресторана «Сервис» на Костёльной 3. Пожалуйста, Сережа, Сереж, сюда, сюда. Ой, ой. Брависсимо, брависсимо. Ой, ой, ой. Извините, что вот так вот грубо, но... Що казати, на жаль, добігає кінця наша сьогоднішня зустріч. Але не хвилюйтесь, за тиждень ми знову зустрінемося з вами на першому національному у програмі «Золотий гусак». Наш смачний спонсор – Харківський м'ясокомбінат.